Архиерейское богослужение в день почитания Боголюбской иконы Божией Матери состоялось в Клинцовской епархии. Прихожане Кафедрального собора святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Клинцы совместно с правящим архиереем возносили свои молитвы перед Боголюбским образом Божией Матери, который Русская Церковь чтит 1 июля. Боголюбский образ Царицы Небесной был написан в XII веке по повелению великого князя Андрея Боголюбского в память о чудесном явлении ему Богородицы. Святыня относится к числу немногих сохранившихся домонгольских икон русского происхождения. Она отличается мягким и возвышенным письмом. Икона изображает Богородицу без младенца, в рост, в молении перед Господом, показанном в небесном сегменте. В руках Божьей Матери изображен свиток. Образ Пресвятой Богородицы Боголюбской прославлен неисчислимыми чудотворениями на протяжении многих веков, являя благодатную помощь русскому народу. Вот и мы, братья и сестры, обращаемся к ней со своими просьбами, чтобы она заступила и за нас. Конечно, у нас всегда есть просьбы, у каждого из нас. Кому, как не ей, нам обращаться с такими мольбами. И мы верим, что Царица Небесная все наши мольбы принесет ко Господу, чтобы Он даровал каждому из нас утешение и Царство Небесное. Аминь.